Здравствуйте. Ну, голос есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот чувствуется. Гражданского, семейного, административного права, наследственного, ну, которые насущные проблемы, которые возникают на сегодняшний день, будем пытаться помочь разрешить. Сегодня на территории Луганской Народной Республики Всероссийская политическая партия открыла центр юридической помощи для населения не только Луганска, но и всех городов и районов республики. Цель и задача данного центра – это те массовые обращения, которые приходят на сегодняшний день в Центр гуманитарной помощи. Таких обращений на сегодняшний день более 6 тысяч. И некоторая часть этих обращений связана именно с юридической помощью, с юридической консультацией. Я сам, бывая на территориях почти постоянно, каждый день, особенно в городах, которые освобождены, у людей масса вопросов по утере документов, по уничтожению документов, когда сгорел дом, по восстановлению трудового стажа, пенсионного стажа, вопросы, которые связаны с получением гражданства. В общем, огромный спектр вопросов. И мы договорились о том, что те группы депутатов Государственной Думы, которые начинают работать на территории республики совместно с нашими коллегами-депутатами Народного Совета, выезжая в территории, ведут прием граждан и сразу же фиксируют все те обращения, которые связаны с юридической помощью. Автоматически в этот же день в Центре юридической помощи передается информация. Здесь высококвалифицированные специалисты обрабатывают информацию, и человек очень быстро получает грамотную юридическую помощь для того, чтобы дальше обращаться в органы власти, в нотариат, в судебные инстанции для восстановления и защиты своих прав. Наша задача через этот центр в том числе провести обучение вновь назначенных глав администрации освобожденных городов, для того, чтобы они, приехав сюда, с набором вопросов могли получить консультации, могли получить памятку, для того, чтобы на месте также квалифицированно людям отвечать на те вопросы, которые к ним поступают. Потому что, к большому сожалению, некоторые главы не в состоянии, чисто и физически, чисто потому что новые законы, новая реальность сегодня, новая жизнь, и для них необходимо провести так называемый юридический всеобуч. Вот Единая Россия взяла на себя такую обязанность, ответственность на базе данного центра проводить и такую же работу. Я думаю, что большинство или все жители республики, которые будут обращаться, они будут получать бесплатную юридическую консультацию, будут благодарны тем специалистам, которые здесь будут работать. Ну и самое главное, наша задача, которую здесь несет Всероссийская политическая партия «Единая Россия», помогать каждому человеку. Той трудной ситуации, в которую он попал, той беде, в которой он оказался. И я уверен в том, что мы с этой задачей справимся.